Good morning, everyone, and good evening to Europe. I am waiting for Yulia Goncharova to join me. We are going to show today the 3D art, amazing 3D art using the plastigels. And I hope you can see and hear me well. Please let me know. I am trying to see if you can see me. Okay, tell me if you can see and hear me well, please. And then Yulia is joining me, hopefully in a couple of seconds. I have to check if you can see me on my phone. Bring my camera. Add. So. Yulia, привет! Hello. Perfect. So I can... Меня слышно? Да, тебя очень хорошо слышно. Так, а теперь подождите, я не пойму, где я. Где я есть? Вернее, что у меня показывает, а что мне не показывает. Ага, вот. Все. Угу. Вы пока разговариваете, а я немного камеру тогда установлю по-другому, потому что я вижу, что сейчас не видно ничего. Хорошо. So Yulia is going to prepare her camera, and I will translate, of course, what everything what Yulia is showing and doing. And I will explain you a little bit about the plastigels. So the plastigels are little containers like this. And they have, and of course, I picked the white one. Let me see if we have another color. Here, the black one. It's a very, very dry gel. And you can make it a little bit softer if you need, and it will be very pliable, very good working. Так, ну я готова. Окей, начинай. Так, итак, мы с вами сейчас будем работать пластигелем, но прежде чем мы будем им работать, я покажу, какие варианты дизайна можно сделать при помощи этого материала. Материал универсальный. Yulia's gonna show можно first сделать... what kind of designs she's creating with this plastigel. It's amazing. То есть, начиная с барельефа лиц. Вот такие вот варианты. Все очень-очень тонкое. Everything is very, very thin. Пообъемнее вещи можно делать. You can make it more, like thicker and more volume. Я люблю вот такие вот вещи делать очень сильно. Мне кажется, не фокусируется. Сейчас я проверю в телефоне, фокусируется или нет. Не фокусируется, у меня вот отлично видно. Сейчас. Может быть, это у меня в iPad не грузится. Немножко не фокусируется, да. Все говорят, не фокусируется. Просто я, то, что я вижу, у меня вот прям мега четко. Может, интернет медленный? Magda, can you see it well, or is it a little bit not focused? Magda нас, конечно, тоже смотрит. Я, Magda, конечно, да. Будет жалко, если не будет видно. А если... Может быть, оно загрузится потом? Ну, давай буду показывать, потому что то, что я давай, вижу, давай. У меня вот оно очень четко. Можно делать вот такие вот... Да, Magda говорит, что нечетко. Нечетко? Ай-яй-яй, если вот так... Я думаю, что это скорость интернета где-то. Да? Очень печально. Но у меня и ты очень четкая. Все вот прямо. И вижу я четко, и ты четко мне. Потому что она говорит, что блури. Блури – это не четко. И в телефоне не четко. Угу. Что же мы тогда придумать? Давай я выйду с эфира и проверю у себя. Давай, интернет. Зайди еще разочек. Ага. А ну, да, давай, сейчас еще раз зайду. Так, а как мне вы? Ага. Okay, Yulia is gonna reconnect. Yeah, so she's gonna reconnect. I think it's internet problem on her end. So we will see
I'm super excited. So we will be back in a second, and then in recording I will hopefully cut that little piece out. We will see. I think it's internet because it's also in my phone. It's not very sharp. So waiting. Okay, how is everybody this morning? Okay, Julia is back. And approve, here we go. Так. О. Так. А, опачки. А сейчас у меня отличный интернет. Magda, what, is it better now? Что в iPad у меня тоже не четко. Боже. Что же делать? Что all good. Magda says all good. Magda говорит, все в порядке, значит, тут в порядке все. Magda best expert. Так, и вот такие вот. Вот это уже вот очень объемные дизайны. А, still the same, да, нет, она хоть говорит, что... она может видеть, но все равно не очень четко. Может быть, ты потом фотографии выставишь под этим видео? Я выставлю, да, абсолютно все, но дело в том, что я же буду показывать, поэтому, наверное, это нужно будет... Ты попроще что-то показывай, и будет видно. Хорошо. Так, прежде чем работать, мы подготовим материал. Подготавливать мы его можем двумя этапами, даже тремя этапами. So first we prepare the materials we are working with. Я возьму пока для начала белый пластик гель. У меня здесь, видите, уже подготовлен цветной. Это я смешала с фиолетовым пластик гелем и матовым топом. So this is already mixed white, lilac, or violet, and the matte top gel. So white plastic gel, violet plastic gel, and the matte top gel. Сейчас я покажу, как я буду смешивать. She's showing То есть now я поставлю how she's mix it. Маленькую каплю матового топа. Extreme matte, да? Да, extreme matte. Extreme matte top gel, like this one. There's a little drop on there. И вот смотрите, очень плавно шпателем я разминаю. And with какой the spatula, she's very carefully applying. Какой консистенции я буду добиваться, чтобы это был очень пластичный материал и не рвался, когда я на него надавливаю шпателем, как масло. So it has to be like a butter, so you add the top gel as long, it's not ripping apart, so it has to be very soft material that you can work with, not soft, but a very pliable material that you can work with, but it's not ripping. Если материал останется довольно-таки жестким, я его плохо, вернее, мало матового топа добавлю, то мне его сложно будет продавить потом кистью. It will Он be будет твердый. Very hard to push with a brush on the material if the material doesn't have enough top gel inside. So if it's too hard, hard material, too hard gel, then the brush will not be able to push it nicely. И вот мы сейчас, я по крайней мере вижу, что у меня материал стал пластичным, как масло. So it looks like a butter, then it's the, good enough. Пластичный, как же сказать, пластичный. Пластик. Пластик, yeah. Flexible. Maybe. It works. Так. Я хочу добавить в часть материала белого пигмент, а в часть материала белого я добавлю гель-лак. А ты можешь немножечко центральнее это сделать? Чуть-чуть. Ага, вот спасибо. Так. Да. So in one of the in one part of this white mixture, she's adding gel polish, and in the other part, she's gonna use a pigment. So this is a neon. Смотрите, как я добавляю пигмент. Я на шпатель взяла немного материала. She's grabbing a little bit of material on the spatula. Дотронулась до пигмента. Touch the pigment.
И смешала его с оставшимся материалом. And mix back in. Mm-hmm. То есть это как раз достаточно, да? Абсолютно достаточно. It is just perfectly enough. И тогда на палитре нету вот этого вот разноцветия, я его так называю. Uh-huh. И грязи, радуги. Да? Mm-hmm. Yeah, then the, так, the plate, the plate one. Oh my god. The paper palette remains clean if you use it this way instead of like putting the pigment on it. So if you dip it, the pigment stays in the gel. And now she did the same with the gel polish. Mm-hmm. Миксовать можно абсолютно разные цвета, и они получаются вот прямо такие неимоверно красивые оттенки. Очень красиво. So you can mix any colors with each other, play with them as you like, and you get amazing, amazingly beautiful shades of plastic gel. Так, еще я сейчас разомну с матовым топом тот материал, который я подготовила заранее, потому что он полежал и опять стал твердым. This particular material was already mixed before, and it became a little bit harder. So she's just adding a little bit more extreme white to make it flexible again. Yeah, thank you, Magda. Magda подсказала, что это flexible называется, пластичный. Ух ты. Когда материал полежит, он становится твердым. Ну, как и любой гель. Чем больше мы его разминаем, тем он становится жиже, пластичнее. Mm-hmm. When materials remains in the jar for a long time, it becomes like harder. And the more we work with it, due to the working with it, it becomes more flexible. Like most of our gels. Так, и... Боже, поставила гель, не помню куда. И все равно я разомну еще немного белого цвета, потому что белый цвет у меня самый ходовой цвет. And she's gonna add a little bit white, just to have it on the side, because she's always using it for everything. It's the most usable color. Пластигели можно делать абсолютно любые дизайны, начиная с геометрии, заканчивая цветами. You can create any kind of designs, starting with the geometric abstract designs, ending with beautiful flowers. And faces, я сейчас на белом материале покажу самый-самый простой дизайн, который вот вообще не требует никаких навыков в рисовании. So using this white gel, Yulia is going to show us a design that doesn't need any experience, so you can just do it. Так как, когда я показываю какие-то дизайны, мне сложно остановиться. Вы меня останавливаете. То есть я могу вам до утра herself, показывать сидеть. У меня следующий урок в 10, так что, ну, через 45 минут, так что, да, не дам тебе до утра сидеть. Я подготовила фоны. Uh-huh. Вот этот фон я быстро покрою топом. Мы будем работать на глянцевом топе, то есть нам уже нужен законченный, как бы, законченное покрытие. So she prepared the background, and now she's applying a glossy shiny top coat. Это какой ты наносишь сейчас? Сейчас я у меня вот под рукой вот такой вот. Air nail stop gel. Mm-hmm. То есть любой, в принципе, без липкого слоя. Да, без липкого слоя, если даже и с липким слоем, просто вытрем липкий слой. Any top gel, with or without sticky layer. If you have sticky layer, just remove the sticky layer. Сейчас для первого дизайна нам понадобится еще вот такой вот волшебный пигмент. Mm-hmm. Magic chrome. We need magic chrome. Я беру немного белого геля и пальчиком, но обязательно в перчатках, я вот таким образом вспоминаю детство и катаю колбаску. So first you have to have glove on to do this design. So she took a little bit of the gel and is now rolling a little sausage. Sausage. Так, теперь вот таким специальным инструментом.
Ой, извините, трошечки запарилась. А это у так, нас теперь это, смотрите. Дизайн для этого, для... Это для 3D вот этот, да, который? Специальный тул ну, сейчас для я пластики. Полосочки. Это, да? А, да. Да. So теперь смотрите. The... Uh-huh. Говори. Oh, it was this tool, of 3D plastic, I think it is plastic gel tool or something, называется он. Теперь я пальцем набираю пигмент. Dip a finger in the glove, in the pigment. И в этом пигменте еще раз прокатываю and roll this sausage in the pigment. Теперь беру все это прекрасное мероприятие. Ой. Так как я ее сделала очень тонко, она у нас вот такая вот. The sausage is very thin, so it's hard to work with, but it is very beautiful. И теперь я кистью немножечко его придавливаю. And now with detail number three, she's just pressing it down. То есть ты ничем его не крепишь, да? Никаким гелем ты не крепила? Нет, я сверху обязательно. Сейчас ничем не крепила, но сверху я очень тонко кистью пройдусь потом топовым гелем. Ну, сверху понятно, да. Okay, so now she didn't apply anything underneath. She's just pressing the gel how it is with this brush, very gentle, but it's still high. Like, вот я сбоку пока. Some height. Mm-hmm. Сбоку показываю, все очень тонко, она прилегает к типсу и отправляю в лампу. And cure. Как долго ты это полимеризуешь? Хватит 30 секунд. For now, 30 seconds are enough. As... У меня есть сейчас еще, вон остались элементы, которые я также сейчас прикреплю на типс. So she has some elements left over and she's going to use them on the in the same design. Так, ты, по-моему, с камеры немножко уходишь. Извините. Вот так отлично. Uh-huh. Сейчас я вот сделала вот как бы такое переплетение. So she crossed them. Опять фиксирую в лампе. Fixing in the lamp, like fixate in the lamp. Сделаю еще такой вариант. Его, смотрите, я сразу катаю в пигменте. And now she's just rolling in the pigment already. Если мало пигмента, я опять набираю на перчатку и. If it's not enough pigment, you just push it, take a little bit more pigment on the brush, on the finger, and roll again. Вот эти дизайны, они выполнены в этой технике. All these designs are made using the same technique. Очень красиво. Так, едем дальше. Беру еще один элемент. Опять ставлю. Я его хочу переплести между собой. И отправляю в лампу. And cure again. Также мы можем сделать в этой технике шарики. So you can roll которые будут напоминать balls. Нам и либо бисер, либо бульонки разного размера это может сделать. So you can create different sizes of the ball, so they can create little bouillons or the beads or rhinestones, whatever. То есть я три штучки себе сделала, и на этом этапе мы остановимся. Угу. Так. Ставим один. Ставим другой. Ты макаешь кисточку в топ-гель, да? Я макаю, смотрите, я макаю кисть
очень мало вот в этот топ. Ага. Ультратоп. So she's using the ultratop gel to and dips the brush in it just a tiny little bit, so the brush is a little bit stickier. Я объясню, почему я это делаю. Потому что наш материал в пигменте, и он уже никак не прилипнет ни к чему. Yeah, because the gel is in pigment, it's not gonna stick to anything. And that's why we need a tiny little bit of the top gel on this little brush. On this little tool. Так как мы будем его еще раз перекрывать топом, поэтому мне не страшно, что будут на элементах частички другого топа. And because we're going to use a top coat on top of it anyways, it doesn't matter that we have a tiny little dot of a top gel on these little designs. Magda говорит, что она любит этот дизайн. Я тоже вот такого плана очень люблю. Мне напоминает вот такие стилизованные ювелирные украшения. Yeah, it is like jewelry, like some sort of jewelry. Вот это я отправляю в лампу. Okay, it goes all in the lamp. Пока дизайн находится в лампе, я сразу начну следующее делать. Okay, she's starting the new design. Опять я подготовила фон. Uh-huh. А сейчас вот этот фон я перекрою ультратопом. Uh-huh. She's using ultratop gel on this background. А какой это цвет гель-лака? Не знаешь? Покажу. Знаю, конечно. Грейпфрут. А, вот как раз который ко мне не пришел. This is a new gel polish. It's gonna come next, within a week or something. Не доехал до меня грейпфрут. Доедет обязательно, ему созреть надо. А пока я еще взяла белый гель-лак. White. Сейчас мы тоже будем работать, да, будем работать моей любимой техникой. Техника называется по растеканию, то есть это опять для людей, которые не любят рисовать. Wet on wet technique. So she applied ultratop gel, didn't cure it yet, and now she took the whitest white gel polish. Detailer number 102. Набираю капельку белого гель-лака. Именно у меня на кисти должен быть шарик. You need a little drop on the end of the brush. Ставлю этот шарик на несполимеризованный гель и протягиваю как лепесток. Place the gel in the uncured gel and just pull a little string. И таким образом я рисую, рисую, тут так громко сказано, цветок. So she's drawing a flower. She doesn't think it's drawing, but it is drawing. Я говорю, что ты договоришь, что это не рисование, на самом деле это рисование. Ну, такое себе рисование. И жду, пока мой цветок растечется. And is waiting until it's a little bit like floating. Могу его немножечко подправить, ну вот, допустим, у меня вот этот лепесток, он круглый. So this petal looks too round for her, so she's taking a striper brush. Могу его подправить, то есть, смотрите, я прижала кисть. А что ты макнула? Во что ты макнула? К типсу. Я в этот же гель топовый. А, в топке. Я ее собрала просто, чтобы она была тонкая. She collected the bristles of the brush in the top gel. Uh-huh. И вот, смотрите, я кончик кисти прижала к типсу. Touched the, like, pressed the end of the brush on the tip. И подтянула. Белый гель. У меня стал длинный лепесток. So it's more round. So it's more long. Elongated. Pointier. Not round anymore. Oh my god, I can't translate. It's... Переводить вообще не умею. Говорить могу, а переводить нет. Смотри, давай я более простыми словами буду. Да, все отлично. Ну, давай. Но я пока... Пока да? Пока да. Режу материал. В обратную сторону. Now going inside to the flower, we're just cutting the petals. Взяла с краю лепесток, положила кисть. Mm-hmm. С краю лепестка и протянула в центр. From the outline of the petal to the center. Таким образом, цветок будет более расплывчатый. This way the flower becomes more floaty.
blurry. Nice. Отправила в лампу. And curing. When you're happy, once you're happy with the result, you're curing it. Пока тут дизайн в лампе, возвращаемся к этому. So we're going back to the first design. То есть мне нужно сейчас просто его тонко перекрыть топом без Now, липкого слоя. Using a very thin brush, she's using a top coat without sticky layer and covering only those elements that we applied on the tip. То есть этот гель не соединя, не соединит вот никак, да, этот дизайн. Как дизайн держится? Нет, я очень тонко, смотри, я очень тонко его похожу со всех сторон, и он немного у меня вот здесь по бокам находит. А, на... то есть дотрагивается, да? Да, ага. Да, да. So she's going all the sides of the sausage, basically. And it is so thin that we don't see it on the finished design, but the top gel is actually touching the previous top gel. This way, the design is fixated by the top gel to the top gel. Я отправляю его в лампу. And curing. Могу сказать, есть такое вот пожелание, можно сделать этот дизайн сразу, покрыть Supreme Finish'ем и на несполимеризованный Supreme Finish поставить элементы. You вот can... тогда будет наверняка. If you doubt that this design is gonna stay on the nail, you can apply Supreme Finish and on uncured Supreme Finish put the elements and then cure and then reapply top coat around on top of it. Теперь всю вот эту красоту мы возвращаемся к моим цветам. Mm-hmm. Now we're going есть back еще to вот такой design. Волшебный гель. Oh, у меня такой есть, вот он стоит. Да, он просто волшебный. Вот он прям цвет волшебнее волшебного. Amber glass. И magic, вот эти вот свои it's more magic цветы. Than magic, she says. Очень тонко, то есть вот смотрите, я хорошо отжала кисть и еще вот прям размазываю. With an almost very dry brush, she's applying a very, very thin amount of gel. Кстати, качество видео намного улучшилось со временем. Я думаю, что просто раскочегарилось, да. Наверное. Цветы у меня просвечиваются, я отправляю в лампу. The flowers, you can almost see the flowers in the background. Главное, чтобы ничего не упало. Так, вот этот у нас готов. So this first one is ready. Я сейчас сделаю, закрою пигмент, потому что открытый пигмент смерти подобно. The open pigment is deadly dangerous, so we are not, we better close it. Я вчера банку с камушками уронила на пол, пока у меня живой эфир был. И, наверное, вот собирала, а потом их и плакала. Да, они так и лежат. А, да? Я забыла. А я хожу по камням. Я хожу, да, по драгоценным. Причем самый красивый, прозрачный магнитик. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Беда, беда, огорчение. Пока у меня дизайн в лампе, я подготовлю еще для будущих моих элементов вот такие вот маленькие шарики. Почему шарики? Потому что мне их легче всего будет поставить. As long as the design is curing, she's preparing little balls. And why balls? It's because it's easier to apply on the nail. Конечно, когда я спешу, я шарики не делаю, а сразу ставлю материал на... Of course, when Yulia is in hurry, she's not doing creating the balls. So she's just putting that little piece of material right on the nail. Я сейчас покажу и так, и так. She will show both ways. Я подготовила себе стаканчик вот с такой вот жидкостью. Prep and wipe. She has a little dumping dish with a prep and wipe. А работать я буду Detailer тройкой. Ой, вернее, этой. Господи, Detailer. Назови, пожалуйста. Detailer. А, точно, Detailer. Detailer я number с плоской 3. Спутала, да. С чем спутала? С плоскими. А плоский флауэр, да? Угу. Так, здесь у меня готово, но мне нужно перекрыть матовым топом. So we need to apply the matte top gel, like extreme matte. For us it would be enough, like for
Для нас это уже дизайн. Да, вот знаешь, я же говорю, каждый дизайн можно вовремя остановить, а это уже готовый дизайн. Твои точно. А меня нужно вовремя остановить. А я бы сидела и сидела вот так, просунула бы тебе руки, ты бы на них ваяла бы там. А ты знаешь, вот прям я так скучаю за руками и ваянием, честно. Так что приезжай. Да, как только, так сразу. Да. Так, я долго держать не буду в лампе, так как мы это делаем на типсе, чтобы мы не тратили время, лучше да. Я за это время больше покажу. Да, конечно, все равно переполимеризуется потом. Ну да. Так, у меня типс готов. Я беру на края листочек, лепестков, которые у меня были, я ставлю белый, только я ставлю шарик и протягиваю инструмент к центру. So she, on the end of the petal, she put that little ball and pressed and pulled this tool towards the center. So pressing right away сейчас... already in the shape. Второй продублирую, то есть вот я поставила шарик и прижала и протянула к центру. Pressed and swiped. Теперь взяла кистью и начинаю пролепливать, то есть раздвигать материал. А ты ее макала? Формируя. Да, я макнула для того, чтобы материал не прилипал к кисти. So she, you always rinse the brush in the prep and wipe a little bit. But keep it dry, so the material doesn't stick to the brush. And now she's pressing and moving the materials to the sides where we need it. Чем этот материал удобен в использовании? Если вам не нравится то, что вы сделали, вы его можете снять и заново поставить. This material has the biggest pro is because you can remove it when you don't like it. So if you created something that you don't like, you can just easily take it off. И вот я его раздвигаю так, что у меня намечается вот краешки лепестка. То есть я не леплю, а вот его раздвигаю, разжимаю в разные стороны. Как же это рассказать-то? So she's not creating the petal, she's more like pushing and kind of swiping, like licking with the brush, basically, and pressing it. Это большая разница с акриловой лепкой. Да, разница все-таки есть. Я не могу сказать, что прям вот в движениях нету, но в акриловой лепке там каждое движение должно быть мега четкое, потому что возврата нету. А здесь можно играться, то есть если не понравилось, как лежит, можно его собрать, передвинуть, больше прижать, больше подобрать, ну то есть здесь есть возможность им поработать. The difference between gel and acrylic 3D designs is that in acrylic you have absolutely steady movement and every movement has to stand as it is. Where here you can play, and if you don't like it, you can collect it and move back. And when you're ready, when you like the design, then you cure it. То есть первый у нас был шарик белый, а этот уже розовый, да, такой. Белый, а теперь да, я поставила розово-оранжевый для того, чтобы можно работать просто белым, можно работать несколько цветов. То есть это не принципиально. Это у меня уже подготовлен материал, поэтому я. So you can use only white, or use now she used like this orangey color that she had prepared before. If you have prepared materials, you can use them as you like. И то же самое сделали, да? Да, фиксировать можно, ну, буквально несколько секунд. You can just fix it. То есть для этого материала хватает. Yeah. И я проставляю. По всем лепесткам именно вот контур вот такой вот немного объемный. And if you prepare your colors, you can save them in this little box, in the storage box. Я коробочку показываю, где можно хранить цвета. А, возможно. Да, 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 да. So we are creating another outside of the petal. А ты все будешь лепестки покрывать или только какие-то?
Ну, дело в том, что у меня их очень плохо видно, поэтому я вот проработаю, ну, я проработаю один цветок, я не буду все два цветка прорабатывать, чтобы это тоже быстрее было. И вот сейчас я, если раньше работала с шариками, теперь я набираю материал не шариками, а вот просто... Можно проставить и проработать сразу несколько лепестков. То есть вот я его ставлю такими. So you can apply one by one or all together. And now she didn't create the balls, so she just put them how they are. And you can see it's already a little bit harder than if they're in the ball. И раздвигаю кистью. It looks so easy. Just needs a little bit of practice. Такое ощущение, что это так легко. Просто надо немножко попрактиковаться. Вообще, если попрактиковаться, это очень легко. Очень легко, быстро. И материал, он позволяет вот с ним поработать. Наталья, в разных техниках. А что, я ничего не вижу. Наталья нас смотрит. И пишет hello. Ура. Hello. А есть еще, так как вот этот материал, ну, я советую разводить его, разминать с экстрематом. Сейчас объясню, почему. Когда мы его разводим, разминаем с гель-лаком, у нас остается небольшая дисперсия. So she's mixing this gel with the matte top gel, because if you... Once you cure it, you still have a little bit of sticky residue on top of it. Вот, если мы его, да, с топом разводим матовым, то дисперсии у нас нету, и у нас элементы будут матовые. And if you mix it with a matte top gel, then you don't have any dispersion layer, no sticky layer, and the designs and elements will be matte. У нас, я работаю сейчас частично материалом, который я разминала с матовым топом, и частично, который я разминала с гель-лаком. Ну, то есть я вижу, где он блестит, а где он матовый. Ага, we did some of the colors with the gel, and some of the colors with the matte top gel. So now she can see where it's shiny and where it's matte. Так, это я отправляю в лампу, фиксирую. То есть для того, чтобы работать дальше, мне нужно будет снять просто дисперсию. To continue working, she will just remove the dispersion layer. Наталья, так как, nice to see you. Наталья. Так как этот материал у нас пористый, то есть поверхность у нас не глянцевая, мы можем его сверху раскрашивать как красками, так и спиртовыми каплями. This material is porous, so it has little holes in it. So that's why we can paint it on top. We can paint on top of it either using the paint or the ink or the aqua colors. Я сейчас поставила еще частично фиолетовый, пару лепестков сделаю. Они будут у меня центральные и остановлюсь. She will create a couple central petals in the center using the violet color. And then she promised to stop. Обратите внимание, фиолетовый, вот этот, ну, нежно-фиолетовый, я сделала более густым. И у меня лепестки, которые я пролеплю, они вот получатся вот четко пролеплены, как мы обычно привыкли видеть в лепке, в акриловой. Ага, so this violet or lilac color is a little bit thicker. And that's why you will be able to see that these flower, these petals are a little bit thicker, and they it will look also like almost like acrylic colors with the volume. Я подготовила тут пару типс. Это сейчас покажу. То есть чем мы больше разминаем материал, делаем его пластичнее и жиже, тем легче создавать вот такие вот полуакварельные эффекты. So the О, как красиво. The more you work with the material and make it thinner, the more you can make almost like aquarelle technique using 3D gel. То есть вот здесь вот у меня практически на просвет оно идет. It's вот так, very, да, very thin, видно. Да, так хорошо видно.
They are very, very thin, and but still very amazing. Я, у меня нет слов, Юля. Ну, мне тоже такое нравится, и когда я его, знаешь, сделала, тоже выставлю в интернет и хожу, смотрю, ай, блин, такое красивое получилось. Юля also loves these designs, and she's so happy when she's posting a picture of them and likes them herself. У меня было, я просматривала ювелирные изделия, мне там кольца понравились, и вот я имитировала, сейчас тоже покажу. Это с пигментами. Ooh, she was she saw a collection of jewelry and then she recreated that collection on the tips using pigments. То есть да, вот там была такая коллекция, мне понравилась, вот я пробовала, но не знаю, не могу сказать, что мне я сильно мне нравится, но необычно. Нам нравится. Мне твои точки больше нравятся. А по поводу того, что материал вот этот, который мы лепим, он пористый, мы его можем раскрашивать. Да. Можем раскрашивать красками, можем раскрашивать гелем, можем раскрашивать спиртовыми каплями. А еще мы можем его покрыть, топом и присыпать. Вот я покажу последний мой дизайн, который я выставляла. И присыпать вот такой вот замечательный. Ага, so this design. She applied a little bit of the top coat and put the mermaid glitter spray on top. Не знаю, как на камере. Нет, он не махровый. Я его сверху перекрывала. Он получается как хрустальный, мерцающий хрустальный. То есть вот он у меня на все блестит. Я покрыла топом. На несполимеризованный топ я присыпала. Полимеризовала и сверху опять покрыла топом. Ага. So she applied a top coat, sprayed, cured, and then top coated again. So they look like crystal inside because they are sparkly as you're moving, they catch the light amazingly. Здесь я все-таки же доведу дизайн до конца. Я белым лайнером. White liner gel. Дорисую, может быть, где-то какие-то акцентики. So ну, акцентики это элементы какие-то, листики там. She's adding some elements to this design using white liner gel. Just some accents extra to it, some highlights and some petals. Я очень люблю еще вот этот материал сверху дорисовывать и добавлять ему цвета и глубины спиртовыми каплями. Юлия loves though to use the aqua drops on top of the material because it just adds extra beauty. Перекрывать этот дизайн не нужно. Ну, мы еще в серединку поставим всяких стразиков. А ты когда каплями? Если каплями я перекрываю. Нет, если каплями я перекрываю матовым топом. Mm-hmm. So if you don't have to cover this design with any top coat, but if you're using aqua drops, then you need to use some matte top coat for. Есть такая рекомендация по объемным дизайнам, то есть если мы ставим какие-то дополнительные объемы, то лучше использовать матовый топ, то есть он тогда подчеркивает барельеф. Глянец съедает весь объем. Ага. So if you have the volume in your design, the matte top coat will show it better, so you will see better the design as it is. If you're using the shiny top coat, the glossy top coat, it will eat. You eat all the dimensions, so you will not see the depth. Так, я быстро поставила пару стразиков, и вот как бы дизайн выглядит вот таким образом. Couple rhinestones, and it's amazing. Yeah. Так, отправляем в лампу. У нас последний тип. Да, у нас как раз 15 минут осталось. Отлично. Отлично. Снимаем сразу его. And the last design for today. Я его еще дополнительно перекрою витражом. Мне нравится вот этот лавандовый оттенок, который получается. А это какой? Этот сиен? Да. Нет, это не сиен. Нет. Это синий? Нет, или это новый? Да. Blue. Это из новой коллекции. А, новой коллекции. Вот этот лавандовый. Ага. Да.
Ну вот именно на вот этом гель-лаке, вот на вот этом вот, оно еще дает вот такой вот прям глубокий лавандовый цвет, очень красивый. У тебя Blueberry Emotion? Я сейчас могу посмотреть, сейчас перекрою и скажу. Очень потому что я цвета определяю очень красивый цвет, и вот этот нереально красивый цвет. Ты по номерам их определяешь? Я тебе могу номер сказать? Я по номерам не определяю, я определяю, у меня есть какой классный голубенький Blue Sky. А, Blue Sky. Да, очень классный голубенький. Нет, у меня такого открытого Blue Sky. Но есть пока он находится... Пока он находится у меня в лампе, я накатаю шариков, потому что мы сейчас сделаем более, как сказать, стандартную лепку. So now she's creating, we were discussing the colors. So it was the blue sky blue and then purple glass on top of it. Now she's preparing the balls, because she's gonna create the regular type of 3D design. Кстати, этот гель можно использовать во внутренних дизайнах еще. Это как аквариумные дизайны. You can also use this gel in inside of the nail. So when you do the aquarium design, well, basically when you cover it all with a clear. Так, я быстро сейчас еще перекрою матовым топом, потому что у нас это будет уже фон and готовый. Quickly applying top coat. То, что касается лепки, ну это опять мое предпочтение, я люблю мелкие цветы. Юля likes small flowers, very small flowers. Давайте быстренько сполизуйся, ну быстренько. Так. Как я работаю с мелкой лепкой? То есть я ставлю мои шарики, заготовки, ну вот как бы в разном направлении друг к другу. So she's up... То есть чтобы я могла проработать сразу несколько. She's putting right away several petals on front of each other, opposite sides of the pet, of the flower, so she can create right away. Several flowers. И several petals. Мне кажется, немножко центральнее надо. Посмотрим. Вот так? Наверное, да. Да, так лучше. Ну, меня поправляйте, потому что, да, я не вижу то, что я делаю. Угу, я знаю. Я тоже под камерой работаю. Угу. То есть один под другой, да, как бы ты засунула? Да, это я сделала, ну, как бы нижний слой. Цветок mm-hmm. будет многослойный, он будет объемный. So it will be a big flower, so with the many layers. So now she's just putting the petals underneath of each other. Отправляю в лампу. Curing. В центр сейчас я поставлю... стразинку. The rhinestone comes in the center. Эту стразинку, скажите мне, на что мы ставим? На что вы хотите ее поставить? Ну, я обычно на джемстон ставлю. Ну, ставьте на джемстон. Не хотите на джемстон, ставьте на что-нибудь другое. Я вчера показывал джемстон джел. Yesterday I showed джемстон джел. You can apply this rhinestone on a gemstone gel. Пока у меня дизайн находится в лампе, я подготовила еще стаканчик с обычной водой. Okay, she took a little dump dish with the water, regular water. Я смазываю перчатку. Made беру один wet. Шарик и ставлю на перчатку. And put the flower, the как шарик, то господи, ball on the glove. Ball. Mm-hmm. На перчатке его разминаю. Press it on the glove. Я просто в шоке в таком, что я уже забыла, как слова говорить. Подбираю.
takes it with a brush. И ставлю. И ставлю и расправляю кистью вот там, как мне уже хочется, чтобы он там стоял. То есть он вертикально вообще стоит, да? Да. Ага. So this petal goes up around the rhinestone. Это один способ. Сейчас покажу другой способ. This is one of the ways to do that. Now she's going to show another way. Есть еще такой прекраснейший инструмент, который я очень люблю. Сейчас я его вытру, вот он у меня весь в пигменте. The little silicone tool. Да, есть у меня еще масло для кутикулы. And the cuticle oil. Oh my god, я шокирована. I'm shocked. На этот инструмент. Да, и на этот инструмент я нанесла масло. Излишки убрала. Remove the excess. И вот видно, он у меня блестит, да? So it needs to be shiny. Поставила сюда шарик. Applied the ball. Также его размяла. And also press it. А кисточку ты все равно моешь в этом, prep and wipe, да? Могу prep and wipe. Если работаю с водой, мою в воде. Oh my god. If she's using the water glove technique, she's rinsing the brush in the water. If she's using this technique, then prep and wipe. Я больше люблю работать вот с этим инструментом и с маслом. Видно. Спасибо. She prefers to work with the tool and with the oil. То есть видно сейчас, насколько я даю объем. Да, еще потом боком покажешь вообще. Супер. Боком вот. Ага. То есть они такие стоят наверх, да, как бы так? Вот, да, вот прямо они очень-очень. Но здесь тоже могу положить, могу больше поставить здесь уже. Когда работаю с маслом, это бальзам для моей кисти. When you're working прям радуется. With the oil, it's like a balm, like a она прям радуется. The brush, and the brush is super happy and is smiling. Юля, какая ты молодец! And is saying, Юля, you're such a good girl. Желательно ваши кисти, которыми вы рисуете, делаете дизайны, иногда натуральные кисти, это касается только натуральных кистей, иногда смачивать масло для кутикулы. Это как бальзам для натуральных волос. So sometimes it is nice to put your brush in the cuticle oil, and it's like a conditioner for the natural В этой технике я делала вот эти дизайны. In this technique, she used this technique to make these designs. That's amazing. Открою секрет, я их покрывала сверху топом и втирала пигмент. So she used top coat and pigment on top of it, like in these designs. Так, и мы не будем долго лепить. Я сейчас еще пару лепестков положу, и мы на этой ноте его отправим сразу в лампу. Hello, Camila. Yeah, у нас до осталось всего минут 6. Ну как, вот, видишь, как раз успеваем, да. Ты супер. Налепила. Камила Байковска говорит, что очень beautiful. Только мы не видим ничего. Так, а вот так и видим. А так? Так, видно. Видно? Ага. Так. Как-то не знаю, я вот у меня все так четко, отлично видно. В какой-то момент просто раз немножечко прыгнул. Надо сейчас раскочегариться обратно. Так. Чуть-чуть в центр больше. Я спешу уже, у меня не Сладится. Но не страшно, мы его поставим. И отправляем лампу. I have to try it. I have hard time with these flowers. Надо попробовать. Я предлагаю
Я предлагаю, я после эфира я выставлю все эти дизайны. Угу, пожалуйста. Сфотографирую и выставлю. If you guys recreate these flowers, these designs, please tag us and we will share them. Ну и вот здесь вот там либо еще долепить, либо дорисовать. Я уже не в эфире это доделаю. Mm-hmm. So she will finish this design later, and we will and she will post the pictures so underneath. And please follow Yulia. Please follow Yulia on Instagram and on Facebook. I will post her profiles. And also, we have a group, Nail Video Ideas, that you can follow, where Yulia is posting pretty much everyday videos with amazing designs. And, yeah. Так, у меня еще есть что-то тебе... У тебя еще есть что-то нам сказать? У меня есть, конечно, у меня всегда есть что сказать. Знаете, какие-то мультики. По поводу этого материала. Uh-huh. Материал настолько универсальный, что... Им можно делать вот абсолютно любые дизайны. Если вы будете делать тонко этот материал, то им можно даже работать на гель-лаке. Носится он лучше даже, чем акриловые дизайны, потому что он более пластичный. This... он не вымазывается. Давай переведу. Давай. So this material, the plastic gel, is very, very flexible. That's why if you're working flat, you can even use them on top of the gel polish designs, the basic gel polish nails. So they're very long wearable because of this, and it's amazing. You can create anything with it. Что такое вымазывается? Что такое вымазывается? Любой пористый материал в процессе носки загрязняется. Ага. Because it's porous, it's supposed to get dirty, but it doesn't. И поэтому его можно отмыть, он отлично моется. В нем настолько микроскопичные вот эти вот поры, что грязь в них практически не... The pores in the materials are so small that the dust and dirt doesn't stay in them, doesn't penetrate in them, so it's very easy to wash them just with a brush. Mm-hmm. Вот уже готовые дизайны, это, конечно, не сейчас я делала, но вот в той технике, в последней тоже, которой... Очень красиво. Я показывала. И, кстати, вот здесь я дорисовывала все каплями спиртовыми. Aquadrops. Aquadrops. Uh-huh. А сколько времени у тебя занимает такой дизайн? Я готовлю сразу элементами. Ну, то есть вот этот у меня около 15 минут. Один ноготь, вот да? Вот этот вот. Один uh-huh. ноготь, да. Ну, вряд ли это в носку пойдет, потому что он для... сильно объемный для носибельности. Mm-hmm. То есть, so если бы я делала клиенту, я бы немного убрала. On the client, she would make it a little bit thinner. Это немножечко за кадром все-таки, ты очень высоко. А вот так? Ага, да, так лучше, спасибо. So the left one takes about 15 minutes, but she wouldn't make it as big on a client, so she would make it a little bit thinner. Все девочки говорят beautiful, beautiful, beautiful. Я уже вижу, я уже читаю, я уже даже могу в телефон смотреть. Да. Все вот эти вот видео можно, да, видеть в группе. И мы там выставляем все много видео, и они все очень интересные, много техник. I will comment underneath this video with a group, with a link to the group where Yulia is showing every day these techniques and different designs, where you can learn a lot from her. Yulia is Magnetic International Trainer. I didn't introduce you on the beginning. So it's Magnetic International Trainer and is creating like, amazing things. So I'm just like in love. I know Yulia for 8 years. Yeah. Yulia, мы с тобой уже 8 лет знакомы. Да, да, я тоже недавно видела. Думаю, вот это да. Представляешь? Угу. Не, ну это круто, это вообще очень круто, когда на протяжении долгих лет, многих лет, и люди развиваются, учатся, это очень круто. Да, спасибо тебе большое, потому что мы у нас уже надо заканчивать, у нас час, мы, может, еще успеем в Инстаграм выставить это видео. Я только за, мне, я бы почаще выходила в эфир, честно, мне нравится. Да ради бога, так давай что, договоримся. Буду рада. Да, отлично. С удовольствием. Хорошо, тогда мы с тобой... Рада была всех видеть, да.
Thank you very much for watching. Всё, пока. Юлия was very glad to see you all, and we will probably make more videos. Just let us know what would you like to see. Thank you very much, guys, and see you in our next video. Пока-пока. Пока.